Беру фрукт, помело, делаю в нем дырку, разрезаю. Беру бутылочку с водочкой и аккуратненько так втыкаю в этот фрукт. Переворачиваю и жду, когда она вся туда впитается. И после того, как она вся впитается, мы подержим пару часиков, а потом разрежем и посмотрим, что у нас получилось. Ну вот, наша водка вся вылилась. И мы подождем чуть-чуть. Gelmedi o, gelmedi o, benim ne bilmedi o.